Коньков Никита Сергеевич, 88 года рождения, сотрудник инженерно-технического центра. Женат, двое детей. Да сними ты эту шляпу! Что вам от меня надо? Ты думал, я ничего не узнаю? Втерся в доверие нашего общества, выполняешь все поручения. Очень стараюсь. Да, и при этом у тебя все получается. Но ты не учел одного. Твой профайл попал мне в руки. И что? Партизана играешь. Я тебе прочитаю, что в нем написано. Кандидат в мастера спорта, чемпион Томской области и призер первенств России по лыжному двоеборью. В активе золотой знак ГТО, призер клуба управленческой борьбы. Два высших образования. Ты ему еще голову просверли. А что, можно? Нет, конечно, убери это. А я продолжу. А также аспирант и преподаватель НИИ ТПУ. И ко всему, за плечами высшая школа энергетики. Слишком складно получается, не так ли? Еще ты не учел, что я член правления эндаумент фонда НИИ ТПУ. С вашего позволения я продолжу. С инженера дослужился до заместителя начальника. За время работы посетил все производственные объекты общества. Состоишь в кадровом резерве. Лучший рационализатор филиала. Победитель конференции общества. Дважды. Ну да, у тебя еще куча сертификатов, грамот. А и при этом ты участник строительства Силы Сибири. Ты что, андроид? Не мог один человек это сделать. Ты подставной. И профайл твой полная липа. Просто я работаю очень много, в отличие от некоторых. Ну зачем так грубо? Освежи его! Как тебе наш водный аттракцион, спикер первого ЮНОУС и участник новых имен, а также победитель конкурса «Газпром», делегат дочерних обществ, и самое важное, в школе председатель родительского комитета. Еще я дом строю. Ёрничаешь. Даю тебе один шанс во всем признаться. Делайте, что задумали. Отвечу за каждое свое слово. Да ты кремень. Поздравляю, ты прошел испытание. Развяжи ему руки. Хорошо, что ты попал в наше общество с ограниченной ответственностью. Мне кажется, тебе пора из периферии в центр. Я замолвлю за тебя словечко. Спасибо, конечно. А ты кто?